О других событиях. В Жамбылской области реализуется 36 инвестиционных проектов на сумму почти 570 миллиардов тенге. На новых производственных предприятиях работой будут обеспечены порядка 6 тысяч человек. За два года здесь ввели в строй 23 проекта. На новые же объекты затратили 13 миллиардов тенге и уже обеспечили работой больше 700 жамбылцев. Если остановиться на значимые проекты текущего года, то можно отметить проект по производству гипсостроительного. Там стоимость проекта 3,9 миллиардов тенге. Также можно отметить проект по производству яиц в Жамбылском районе. Стоимость проекта около 915 миллионов тенге. Остальные 13 проектов, их реализация запланирована в период с 2018 по 2021 годы.